Новые подробности в истории со сгоревшим Феррари на Крымском мосту в Москве. Следственный комитет назвал имя молодого человека, который был за рулем. Это Томас Левиев, как выяснилось, гражданин Израиля. Он ехал без прав, которых никогда и не получал. Виновнику ДТП 18 лет, а не 17, как он сам заявлял в первые часы. Так что ответственность он может нести по всей строгости российских законов. Ответить по закону, скорее всего, придется его родственнику, который после аварии не подпускал к молодому человеку журналистов, уничтожил записи и чуть не сбил на машине полицейского.